Ребята, всем добрый день! Я сегодня дома, сегодня 8 мая. Вот, всех поздравляю с наступающим Днем Победы, 9 мая. Желаю всем всего мира, добра, любви. Вот, мир оживился, маляры в ход пошли. Вот, ребята, у меня сегодня 350% просмотров повышено. Италия подключилась, Франция, Польша. Португалец один прокричал мне, что браво, брависсимо. Вот. Из Польши парень пожелал мне доброго здоровья, пани. Вот. Маргарита была права. Значит, маляры форева. Начала вспоминать всякие языки. Программу 10-го и институтской программы. Срочно переводчик открыл. Ребят, сегодня что у меня? Вот, значит, смотрите, вот пироги я напекла, вот, с творогом. Духовка у меня, значит, сломалась опять на 20-й минуте. Вот, вот тебе 7 тысяч заплатила я знакомому через одного парня, он холодильщик парень. Заплатила Сергею, значит, поменял мне в этом горении, хорошая плита-то. Вот, в духовке поменяла центральная плата за 7 тысяч, я не торговалась 4 января. Ну вот, сегодня 8 мая, я опять испекла пироги на 20-й минуте, опять духовка у меня мертвая. Вот, парень деньги-то взял, а дела-то не сделал. Я опять без пирогов, без второго противня. Буду его вызывать, пускай делает работу над ошибками. Ребят, я получила сегодня посылочку из ДЭКа. Вот, ну чуть не, ну с соседнего микрорайона. Короче, я закупила сейчас вот эти шпателя, вот 10 штук, вот по 29 рублей они. Вот, для обоев. Вот, потому что в Озоне они 230 рублей. 39 или 230, есть разница. Вот купила я 10 этих шпателей, вот коробку мне прислали. Очки себе, значит, купила. Вот, потому что надо обязательно, ну, защиту еще и, кроме дыхательных путей, надо еще и глаза защищать. Это мне глазная врач сказала, что кроме, ну, короче, надо защищать от пыли. Вот, это я купила в дополнение, ребят, к своим вот этим шпателям. Вот, вот этот мягкий, и вот этот тоже мягкий из Леруа. Этот из Петровича. Вот. Теперь, ребят, мне пришло две посылочки, пришли из Китая. Вот, предфильтры и фильтры. Вот 6 пар я заказала. 500 рублей они у них. Вот, меня это устраивает. Ну, маска у меня есть. Теперь, ребят, значит, вот смотрите, шпатели у меня. Вот, Альмера. 35 и 45. Вот гладилочки венецианская, скошенные края. И вот 280 на 12. Вот, я, короче, я наряд себе купила для работы, чтобы вам была красивая картинка. Все-таки мир меня смотрит, а не просто так. Вот. Ну, в таком, ребят, духе. Вот. Завтра у меня отдых, а в понедельник, 10-го, я приступаю к работе. Я прочитала, значит, вот парень Юра из Бреста, Семин, представитель Семина. Короче, мы на верном пути. Вот с Игорем привет. И Маргарита. Тебе тоже привет, Маргарита. В общем, вы были правы в том, что первый слой должен был быть гипсовая шпаклевка. Вот на старый потолок. Она самая крепкая из шпаклевок. Потом идут полимерные шпаклевки. А вот гипсополимерная шпаклевка, вот то, что я пришпаклевывала стыки, вот в плитах на, в коридоре, и вот то, что пучилось у меня поры на кухне, она действительно дорогая по производству, ему очень дорого стоит. Вот 1,5 килограмма стоит вот 350 рублей в Леруа, например. Вот. Но этот парень, Юра, он сказал, ну он технолог, вот, он сказал, что эта гипсополимерная шпаклевка, она наносится послойно, без грунтовки. То есть вот то, что я, она прекрасно схватывается между слоями, вот. То есть, короче говоря, ребят, по наитию мы были совершенно правы вот к исходному, ну, последующие слои у нас правильно наслаивались друг на друга. И он подчеркнул, что то, что вот не используют суккуш, например, ну, это их вот семеновская грунт-краска, вот, не обязательно дорогие покупать. Вот то, что, например, вот я использую Вагатея, она 1300 стоит 10-литровое ведро, там 2,7 литра идет на 8 метров. То есть, как бы она доступная. Вот. И он сказал, что нельзя их, ну, надо их использовать в своей работе. Короче говоря, ребята, мы на верном пути, вот, к достижению хороших целей в косметическом ремонте. Коли это даже в капитальном ремонте, ну, используются эти схемы.
Вот. Ребят, всех с наступающим днем победы. Желаю всем вам мира, добра, любви. Всего доброго, ребята. До встречи. До свидания.